феврале в приют Мурдом из Нижнего Новгорода поступили 10 животных. Их изъяли по решению суда из квартиры психически нездорового человека. Все коты были в ужасающем состоянии, голодные, измученные. Их перевозили в Саров под седацией, они плохо отходили от наркоза. Были опасения, что животные не выживут. То есть они были прям действительно еле живые. И мы очень боялись, что некоторые из них не переживут даже ночь. И в итоге мы позвали всех волонтеров, всех неравнодушных людей, которые пришли нам помогать. То есть мы практически до поздней ночи делали им капельницы, давали дышать кислород, кололи физраствор, глюкозу, там пытались кормить небольшими порциями, то есть всячески пытались их реанимировать. Всех удалось спасти. Помогло и то, что все животные молодые, всем было на тот момент в районе года. Их обработали от паразитов, вакцинировали, кастрировали, стерилизовали, приучили к рукам и к лотку. Процесс восстановления еще продолжается. По некоторым все-таки до сих пор видно следы не самой лучшей жизни, которая у них была еще относительно недавно. То есть они далеко не все еще набрали такой оптимальный вес. Они еще такие некоторые худенькие, у некоторых еще до сих пор шерсть проплешинами. Но мы решаем этот вопрос, мы даем витамины, мы даем специальный корм им. Вот. А клинически они все здоровы. На руках у Анны Карл, кот из этой нижегородской компании. Он поступил в самом плохом состоянии. Скелет, обтянутый свалявшейся шерстью. Но благодаря ласке и заботе волонтеров превратился в шикарного отъевшегося кота. Карл – очень импозантный и харизматичный кот. Императорское имя ему подходит. Это кот, которому по взгляду видно, что он знает себе цену. У него такой очень хитренький взгляд. Этот кот подойдет семье, где есть дети. То есть, ну, это не совсем груднички. То есть, ребята где-то там 7-8 лет уже вполне будет хорошо, потому что кот в игре не бросается, не царапается. Познакомиться с Карлом и его друзьями можно, предварительно договорившись с волонтерами по телефону 7908 762 09 51.